какие требования у вас? Ну, я требую отменить закон об иноагентах. Я считаю, что этот закон вреден для нашего общества. Закон нацелен на СМИ, журналистов и блогеров. Он радикально ограничивает их правах и делает независимую информацию, распространение независимой информации фактически невозможным. Более того, с учетом новых дополнений, этот закон становится просто-таки опасен для людей. Я подсчитала, кстати, вот за этот период, с конца февраля и по крайний мой пикет, меня, как выяснилось, задерживали 8 раз. Вот сегодня, если задержат, это будет 9-й раз подряд. Обвинения при этом вам предъявили? А вот обвинения при этом мне совершенно не предъявили, хотя сделали замечание. Мне сказали, что я своими пикетами отвлекаю полицию от важных дел, в частности, от ловли преступников. Полиция сообщил сотрудник, что поступил звонок на 02, что здесь проходит несанкционированный митинг, и по мнению полицейского, он считает, что все так и есть. А это митинг разве, одиночный пикет? Ну вот, полицейский считает, у него, наверное, есть какие-то доказательства того, что здесь... Это разве митинг? Поступил звонок, но не важно, что это. А? Поступил звонок. Звонок поступил. Конечно. Ну вы видите здесь митинг? Я митинга не вижу.